Ученики 11-й школы приняли участие в экологическом благотворительном проекте «Разделяй и сохраняй». Ребята собирали макулатуру, пластиковые крышки и использованные батарейки. На вырученные деньги они купили подарки работникам скорой помощи. Проект «Разделяй и сохраняй» – это, с одной стороны, забота об экологии, с другой – благотворительность. Ученики 11-й школы участвуют в нем каждый год. Вот 3 года назад мы передали сумму 7 500 рублей на публичном отчете в мае в наш приют для животных городской. В прошлом году мы эти деньги, 12 тысяч это было, мы их передали нашей девочке, ребенку-инвалиду, на благотворительном концерте. А вот в этом году мы собрали 4,5 тонны макулатуры, мы сдали 112,5 тысяч пластиковых крышек и 7200 батареек. Вот собрала наша школа. Идея сделать подарки работникам скорой помощи возникла у Екатерины Рерих. Мне кажется, что наши врачи очень-очень сильно достойны внимание и наша благодарность за то, что они каждый день рискуют своим здоровьем, своей жизнью. Было сформировано 100 подарков. Это конфеты, открытки, сделанные своими руками. Наш коллектив больше 100 человек. Очень приятно под Новый год получать подарки, тем более подарки, которые сделаны руками детей и приобретены на волонтерские деньги. Дорогие дети, школы номер 11, от всего коллектива скорой медицинской помощи из Китимской больницы мы благодарим вас за внимание, за эти подарки, за то, что вы такие молодцы. Вы для нас сделали такой огромный подарок, что мы просто счастливы и вас благодарим. Спасибо!